Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Наталія Ігнатенко. Глядзіце у гэтым выпуску. Першы загружаны ў Брагінскім раёне карабель назавуць «Гомель». Турэцкая кампанія выказала жаданне ўдзельнічаць у будаўніцтве порта ў ніжніх жарах. Засцерагчыся ад дыабету. Валанцёры Чырвонага крыжа і медыкі праводзяць прафілактычную акцыю супраць салодкай хваробы. Зіма зусім блізка. На гэтым тыдні чакаецца снег. А зараз аб гэтым іншым больш падрабязна. Новыя працоўныя месцы, павышэнне канкурэнтаздольнасці беларускіх тавараў, дадатковыя валютныя паступленні ў бюджэт. Усё гэта стане магчымым пасля будаўніцтва порта ў населеным пункце Ніжнія Жары Брагінскага раёна. Зацікаўленасць у рэалізацыі праекта выказаў турэцкі бок. Дэлегацыя з гэтай краіны наведала Гомель з рабочым візітам і сустрэлася са старшынёй аблвыканкама Уладзімірам Дворнікам. Падрабязнасці ў нашых карэспандэнтаў. На глыбакаводным участку Дняпра в районе вёски Нижние Жары Брагинского района побудуют порт Ракамора. Для реализации проекта необходимо провести поглубление приписей Днепра до Киевского водосховища. У вырашэння гэтага пытання зацікаўлены и украинский бок. Идея проекта у тым, каб загружать на территории Беларуси судны, якія змогуць доставлять грузы про Чорное море Украины, Европы, Азии и Африки. Такому транспорту не спотребятся додатковые перевалки у морских портах, что істотна снижая кошт доставки. Транспортировка грузов по водным шляху экономить на кожным тонна километры каля полутора долларов. Мы сможем грузить грузы в речном порту, а кораблями река моря доставлять их не только по странам Черноморского бассейна, но и Средиземного моря. Таким образом, более чем 20 стран станут доступны Беларуси. Главное, мы сможем снизить стоимость перевозки грузов. Это означает, что у нас появятся экспортные возможности, о которых мы сегодня даже мечтать не могли. Я убежден, что благодаря этому порту Гомельского область станет одним из главных двигателей экономического роста для всей Беларуси в целом. Зараз як частковы удзел у праекце, так і самастойнае будаўніцтва порта ў Ніжніх Жарах разглядае буйная транспартна-лагістычная кампанія «Дэрін Шіпінг энд Трэдзінг». Яна валодае амаль 70 суднаў тыпу «Рака-мора». Наша кампанія заинтересована в развитии транспортных систем и доставки грузов, поэтому мы заинтересованы в совместной работе с Гомельским регионом. Гомельская область обладает удачным расположением, поэтому возможно выполнение совместных проектов, выход к Черному морю и на территорию Украины. Реализация проекта полепшить логистику белорусских грузов, обеспечить додатковые валютные поступления в бюджет и в целом посприяет росту конкурентоздольности продукции белорусских предприемств. Бо выгодно транспортировать можно будет литерально любые грузы. От удобрений и нафтопродуктов до продукции белорусского металлургичного завода и навод комбайнов. Надеюсь, что по результатам этого визита турецкая компания сделает для себя определенные выводы. А с точки зрения нашей региональной власти, неважно, кто будет участвовать в строительстве, главное, что это будут новые рабочие места, это будет один из альтернативных поставок наших товаров за пределы Республики Беларусь, также и поступления различных товаров. Дальше первый важный выник встречи – готовность турецкой компании приступить до будовництва порта. Умова – гарантия Беларуси обеспечить судно грузами. Например, размова идет о Петриковском калийном родовище, якое належит Беларусь калию. Здобываемых тут удобрения ухопить для рентабельной работы порта. Керовник турецкой делегации Эркам Илдырым пообещал, что первая загруженная его компанией у Нижних Жарах судна будет называться «Гомель». Марина Жалая, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадокомпания «Гомель». Працягваем выпуск. МНС у чарговы раз нагадвае о правілах бяспекі. Сёння ў Гомелі стартавала акцыя пад назвай «Не прапальвай сваё жыццё». Ратавальнікі будуць раздаваць лістоўкі і памяткі ў грамадскім транспарце і на прыпынках. Пройдуць сустрэчы ў арганізацыях і на прадпрыемствах. У канцы месяца ў кожным раёне абласнога цэнтра арганізуюць тэматычнае свята. Задача прафілактычных мерапрыемстваў – папярэджваць пажары і, галоўнае, выпадкі гібелі на іх людзей.
Акция, прысвечаная сусветному дню диабета, проходит на этом тыдне у РНПЦ «Радиационная медицина и экология человека». Ее организатор – областная организация Белорусского товариства «Червоного крыжа». Щодня с 10 до 13 годин у холле медицинской установы волонтеры будут делать оценку рисков развития цукрового диабета и сердечно-сосудистых захворваний для всех желающих. Разом со студентами медицинского университета они вызначают уровень глюкозы и холестерина у крыви, вымираются артериальный тиск и индекс массы тела. Специалисты так само отдадут рекомендации по питаниях здорового харчевания и профилактики диабету. Заболеваемость диабетом второго типа растет в республике в целом. И в нашей области, естественно, да. Учитывая, что к нам обращаются большое количество пациентов с этой проблемой, мы тоже имеем эти данные, эпидемиологические исследования мировые это доказывают. А диабет является очень, скажем так, хорошей, в кавычках, базой для болезней системы кровообращения, основной причины смертности населения. Здесь проводится консультирование врачей-эндокринологов, терапевтов, измеряется давление, измеряется глюкоза в крови людям. Если не возникает необходимость провести дальнейшее обследование, наши волонтеры сопровождают людей в лабораторию для сдачи дальнейших анализов и получения консультации. Так само у период с 13 по 16 листопада с 12 до 13 годин у конференц-зале РНПЦ для удельников акции проведут тематичные адукационные семинары. Черговый день предприемства проведут у Гомеля в ближайший четверг, 15 листопада. Беспрацовных и незанятых горожан чекают у 10 годин раницы в управлении по праце занятости и социальной обороне на Пролетарской, 18. На встречу придут представники предприемства Усалео Гомель, Рестрейд и Гомельский тлушчевый комбинат. Працедавцы готовы пропоновать разные вакансии, например, продавца, повара, аутослесара, оператора станков. Самые активные пионеры региона собрались у зале громадско-культурного центра на справоздачно-выборный взлет областной организации БРПА. И они не только удельничали в обмеркавании важных питаний у пионерской работы. Лепшие в своей справе отримали памятные знаки, грамоты и удячности. Сюжет Марины Джалай. Андрей Ясковец у пионерской организации 5 годов. На взлете представляет Калинковицкий район. На питание, что нового он может привнести у деятельность БРПА, каже, сдается, как раз об самым болючим. Сейчас очень настойчивой проблемой стали наши гаджеты. Дети очень закрыты в себе, а пионерия помогает им открыться. А сам как с телефоном? Ну, конечно же, без него и самому трудно. Это, считайте, наш такой помощник. Но нужно себя ограничивать, нужно иметь какие-то рамки. В нашем районе, в Мозырском, мы придумываем различные мероприятия нашей детской палаты. Это, например, квест-игры. Вот, например, недавно мы проводили квест-игру «Октябрянде. Любимая страна», а также квест-игра очень интересная, всем понравилась, в «Удивительный мир пионерии». Все ребята были в восторге и были очень довольны. Самым хвалюющим был момент узнагороджения присутных памятными знаками, грамотами и удяшностями Центрального и Гомельского областного совета БРПА. Их отримали каля 50 человек. Организаторы пионерского руху, активисты организации, сябры и партнеры, которые содействуют развитию пионеры у нашем регионе. Дальше наша областная организация у троицы лепших Украине. Развиваются международные отношения. Нам очень приятно, что в прошедшие 3 года нам удалось 2 раза побывать в городе Москве, встретиться с пионером города Москвы. 3 раза мы побывали в Смоленске. Делегация Смоленска пребывала и в Гомельской области не так давно. И вот, завершая буквально отчетный период, мы договорились с Ташкентом, с Узбекистаном о том, что мы будем налаживать сотрудничество. И очень приятно, что вот к этому отчетно-выборному слету дети из Ташкента прислали нам свой приветственный ролик. Зараз у Гомельской области наличивается каля 100 тысяч пионеров. Марина Джала, Ігор Марищенко, телерадіокомпанія Гомель.
Абсурдная, смешная и крональная история. Гомельский молодежный театр на минулых выходных представил премьеру спектакля «Братишки Бэд Бойс» по пьесе Рея и Майкла Куни. Режиссер спектакля Владимир Петрович визначає жанр постановки як англійську чорну комедію. Головні герої – звичайна сімейна пара з Лондона. Муж і жінка хочуть простого чоловічого щастя, а їх родні з самих добрих імкненів спробують поскорити його приход. Ад їх допомоги узникає шерох неймовірних по своїй недоречності ситуації. До речі, твори авторства Куні – одні з самих популярних у сучасному театральному світі. Сюжет інтересен тим, що, во-первых, його написав Куні. Еще интересен он тем, что он написал в сотворчестве со своим сыном. Это очень редко, потому что это единственная пьеса, где они авторами выступают вдвоем. Как все пьесы Куни, это комедия положений, то есть это все в очень быстром темпе, быстро события происходят. Их много, они на квадратный такой метр-сантиметр, а их по три, по четыре события. Это все нужно разруливать, естественно, главному герою, чем он и занимается на протяжении всего спектакля. Наступные показы спектакля запланованы на 16 и 24 листопада. Гэтая осень для выхаванцаў Мазырскага цэнтра цыркавога мастацтва «Арэна» аказалася шчодрай на ўзнагароды. Юным цыркачам аплодзіравалі і захад, і ўсход. Іх майстэрства высока ацаніла журы прэстыжных конкурсаў у Германіі і Кітаі. Дадому артысты прывезлі бронзавыя кубак і медаль. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Гэта цяпер яны расслабленыя, смяюцца, успамінаюць і ў поўнай меры атрымліваюць асалоду ад густу перамогі. Юныя цыркачы вярнуліся з двух прэстыжных конкурсаў. Мазырані прадстаўлялі Беларусь у Германіі і Кітаі. Выхаванцы арэны прызнаюцца, спаборніцтвы былі складаныя. 15-гадовы Максім Бобер адказваў за ўсходні кірунак. Паднябесная прымусіла пахвалявацца, але ў выніку падарыла бронзавы кубак. Волнение было прям очень сильное, ноги колотились, прям вообще, я не знаю, как это описать. Там очень серьезная обстановка, очень серьезные конкуренты. Ну, собрался с мыслями, поддержка родных, поддержка друзей, и вот получилось. Максим змог здзівіць кітайскую публіку. Хваляванне засталося за кулісамі. У сваім нумары хлопец выкарыстаў 8 катушак, віртуозна балансуючы і трымаючы раўнавагу. А практычна ў той жа час на іншым канцы свету ў Германіі другая група арэны здзіўляла нямецкую публіку. Тоже было трудно, как бы для некоторых это был первый конкурс, и мы волновались. Но после выхода на манеж публика просто поддержала своими аплодисментами. И когда в конце они стали, мы поняли, что для них просто приятно работать. Кажуть, что бронза этого фестивалю ценится дороже за золото інших спаборництв. Конкурс проводится один раз на 2 года. Сёлета на удел у им поступило 157 заявок, а добрали усяго 25 номеров из 11 краин. Номер канатоходцев дополнили, ускладнили новыми труками и отшлифовали годинами тренировок. По канате артисты рухались на ходулях, коньках, велосипедах. Сердце у публики замирало не раз. Глядели номер, затаивши дыхание. Олеся Рудзянкова, телерадиокомпания «Гомель», при падтрымцы телеканала «Мазыр». Беларусь на гэтым тыдні апынулася пад уплывам халоднага антыцыклону. З ім прыйшлі пахаладанне і моцны вецер. Бліжэйшая ноч у нашым рэгіёне будзе да -4 градусаў. Заўтра ў дзень ад 0 до 2 цяпла. Першы снег чакаецца ў сераду, магчыма нават мяцеліца. Па папярэдніх прагнозах у канцы тыдня на Гомельшчыну зноў апусціцца туман. Гэты, а таксама іншыя навіны вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvergomel.by. На гэтым выпуск завершаны. Удалага вам вечара і да новых сустрэч у эфіры. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Следственное управление УСК по Гомельской области продолжает расследование уголовного дела об убийстве и покушении на убийство в агрогородке Юровичи. Напомним, криминальная история произошла в ночь с 3 на 4 ноября. Компания местных жителей жестоко избила двух мужчин и причинила телесные повреждения супруге одного из них. Вечером 4 ноября 45-летний потерпевший скончался в больнице. По подозрению в совершении преступления задержаны трое
трое ранее судимых граждан. В момент задержания все находились в состоянии алкогольного опьянения. На месте происшествия в течение нескольких дней работала следственно-оперативная группа под управлением начальника управления Следственного комитета по Гомельской области Сергея Паско. Старший из задержанных в свои 25 лет уже 8 раз привлекался к уголовной ответственности. Помимо проблем, связанных с Уголовным кодексом, криминальная троица неоднократно привлекалась к административной ответственности. К примеру, 17-летний сельчанин хранил у себя незарегистрированное ружье, нарушал ПДД и не раз бывал замечен нетрезвым в общественных местах. Своим агрессивным поведением молодые люди держали в страхе всех местных жителей. У подозреваемых дома провели обыски, допрошены потерпевшие и свидетели. По изъятым предметам и следам назначены необходимые экспертизы. Сотрудники Следственного комитета также устанавливают качество проводимой профилактической работы, полноту принятых мер по обеспечению законности и правопорядка в Юровичах. ОСК по Гомельской области обращается к гражданам, обладающим информацией о противоправной деятельности подозреваемых, с просьбой сообщить ее сотрудникам Следственного комитета. Номера телефонов вы видите на своих экранах. На территории Гомельской области за предвыходные и выходные дни было зарегистрировано 60 дорожно-транспортных происшествий, в которых один человек погиб и один получил телесные повреждения. Смертельное ДТП произошло вчера примерно в 21:45 на улице Советской в Гомеле. 20-летний водитель, по предварительной информации, двигаясь на автомобиле, не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части, совершил наезд на опору линии электропередач, после чего автомобиль обратно выбросил на проезжую часть. В результате происшествия водитель, не приходя в сознание, скончался на месте ДТП. Пассажир, получив ушибы и ссадины, после осмотра медиками был отпущен домой. Движение на данном участке дороги полностью было остановлено. Спасатели залили проезжую часть пеной во избежание возможного воспламенения. Сломанная опора сегодня была демонтирована. Вторая попытка помериться силами с идущим поездом оказалась летальной. В Рогачевском районе на рельсах погиб 64-летний пенсионер. Трагедия произошла на 259-м километре участка дороги Сверково-Рогачев. При подъезде пассажирского поезда Гомель-Санкт-Петербург-Крайцентру машинист в свете прожектора увидел лежащего вдоль железнодорожного полотна человека. Непосредственно перед происшедшим употреблял спиртные напитки вместе с двумя своими, скажем так, товарищами. Вот. И после этого шел домой. То есть деревня расположена буквально, значит, по обратную сторону путей железнодорожных. Не дошел, по словам его, скажем так, собутыльников, спотыкался уже, ноги заплетались. Ну а машинисты увидели его лежащим вдоль рельс, вдоль путей. Районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что злоупотреблявший спиртными напитками мужчина несколькими годами ранее уже попадал под поезд. Но тогда судьба к нему была более благосклонна. Пенсионерка погибла на пожаре в Гомеле. Вчера вечером спасатели Гомельского городского подразделения МЧС ликвидировали пожар в квартире по улице Красноармейской. По прибытию к месту вызова подразделения МЧС было обнаружено сильное задымление в двухкомнатной квартире на четвертом этаже. На полу в комнате было обнаружено тело хозяйки квартиры, пенсионерки 1941 года рождения, которая проживала одна. Огнем повреждена мебель и имущество в кухне. Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий – незатушенная спичка. Проверку проводит следственно-оперативная группа. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель. Новости спорта. В студии Максим Савин. Здравствуйте. Женская команда гандбольного клуба «Гомель» сделала заявку на попадание в плей-офф Кубка вызова ЕГФ. В первом матче третьего раунда квалификации подопечные Томмажа Чатара в гостях обыграли литовский Жальгирис 31-35. Самые результативные в составе гомельской дружины Наталья Котина и Екатерина Селицкая по 7 точных бросков. 17 ноября на паркете Гомельского дворца игровых видов спорта состоится ответный поединок. Начало в 17:00. На кону двухматчевого противостояния путевка в 1/8 финала Кубка вызова. А вот мужская команда гандбольного клуба «Гомель» пока не дает поводов для радости. Очередное поражение в чемпионате Беларуси. Дружина Сергея Цыганкова не смогла набрать очков в выездном поединке против могилевского «Машеки». Могилевчане были сильнее 28-23. В турнирной таблице «Гомель» на 5-й позиции. 28-й тур чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги не принес очков в копилку футбольного клуба «Гомель». Зелено-белые на домашнем газоне встречались с футбольным клубом «Минск».
Матч соседей по турнирной таблице получился богатым на опасные моменты. Все решилось в концовке. На 76-й минуте Владислав Насибуллин первым оказался на добивании. Спустя 10 минут Евгений Бахашвили реализовал пенальти, назначенный в ворота Гомеля. 2-0 в пользу гостей к финальному свистку. Команда Алексея Меркулова не может победить уже 7 матчей кряду и занимает в таблице 11-е место. В 29-м туре соперником Гомеля будет брестская «Динамо». Матч состоится 24 ноября в Бресте. Женская сборная Беларуси по боксу сегодня отправилась на чемпионат мира, который с 14 по 25 ноября пройдет в Индии в Нью-Дели. Завершающий этап подготовки белоруски проводили в России. В составе нацкоманды 7 спортсменок, 5 из них – воспитанницы Гомельского областного центра Олимпийского резерва единоборств. Это Яна Бурин, Виктория Кебикова, Галина Бруевич, Юлия Апанасович и Антонина Аксенова. Также на мировой форум отправляются Ольга Лущик и Алла Ершевич. Руководит белорусской делегацией гомельский специалист Игорь Фигуренко. Параллельно с чемпионатом мира в Орше будет проходить один из важнейших внутренних стартов – открытый Кубок Беларуси по боксу. Соревнования начинаются сегодня. Гомельская область отправилась на турнир в сильнейшем составе. Отбор в команду проходил на недавно завершившемся Кубке Гомельской области. По его итогам в ряды сборной вошли 18 спортсменов. В мужской части состязаний честь области будут отстаивать 15 боксеров. За награды в турнире женщин поборются Анастасия Бушенкова, Ольга Степаненко и Алина Вебер. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4».